Организаторами мероприятия выступили Рославское отделение ВДПО, территориальные подразделения МЧС России, городские и районные органы образования. Цель этого конкурса – показать, насколько ребята ознакомлены с основами пожарной безопасности, насколько им знакомы принципы помощи при пожаре, точно так же основы безопасности и жизнедеятельности. В конкурсе приняли участие ученики 4 десногорских школ города и воспитанники Дома творчества. На суд жюри и зрителей в этом творческом состязании ребята представили 14 номеров. В трех номинациях – хореографическое искусство, художественное чтение и театральные постановки, а также вокальное исполнение. Все выступления ребят были замечательными. Для жюри в этот день работа оказалась нелегкой. Из большого разнообразия прекрасно подготовленных номеров отобрали две самые лучшие работы. В Смоленск представлять наш город во втором этапе конкурса поедут воспитанники Дома творчества с поучительной театрализованной постановкой «Лесная история» и покоривший сердца зрителей и жюри своим голосом и прекрасным исполнением песни «Героям посвящается» ученик 4-й школы Антон Морозов.